Всех приветствую. Хочу познакомить вас с иллюстрациями журнала «Вестник моды» для портних 1897 года и зачитать некоторые выдержки из этого журнала. Очень красивые и изящные маленькие воротники и манжеты из батиста, которые надеваются с цветными рубашечками. Говорят, что эти рубашечки выйдут совсем из моды, но это говорят каждый год. И несмотря на это, наши дамы продолжают носить их. Да иначе оно и быть не может. Ведь эти рубашечки так практичны и удобны со всякой юбкой, и поэтому их будут носить еще очень долго. В этом году эти рубашки будут делать из шотландских материй, которые мы предсказываем большой успех. Впрочем, мы говорили, что замечается некоторое стремление к шотландским материям, но до сих пор эта мода привилась как-то туго. Мы увидим также нарядные кружевные блузы с воротниками и кушаками из цветной ленты. Большим шиком считаются блузы, которые покрыты вышивкой, золотом и серебром, усеяны разноцветными камнями. Вообще подобные вышивки займут первое место между отделками, о которых говорилось немного выше. Мы видели подобную вышитую блузу, украшенную сзади и спереди розовыми бархатными баретками, которые были схвачены дорогими пряжками. Кушак и воротник были сделаны из того же бархата. Эта блуза сопровождалась серой суконной юбкой с тремя широкими воланами. Кружевая шляпа была отделана геранью и зеленым пером. Вот некоторые советы. Огорченный красавец, вам, наверное, поможет массаж, который вы давно можете сделать сами, взявший один урок у врача-массажиста. Втирание ланолина тоже очень хорошо, но за этим рецептом обратитесь к врачу. Чтобы перекрасить волосы, их сначала обесцвечивают окисью водорода и затем красят. От красного платья вы будете еще бледнее. А вот некоторые афоризмы из того же журнала. Женщина, которая не боится ничего, так же антипатична, как мужчина, который боится всего. Просто молода, откровенно стара, приятно, красива, скромна, богата. Как нельзя требовать от человека, имеющего рубль в кармане, чтобы он истратил 10, так от человека глупого и безнравственного нельзя требовать поступков умных и нравственных. Но из этого не следует, чтобы он воровал. А теперь предлагаю вам посмотреть иллюстрации к журналу «Вестник моды» для портних 1897 года. Пока-пока, до свидания.